Ни для кого не секрет, что машина комплекта – это кузов, двигатель, трансмиссия, отделка и так далее – стоит на уровне производства порядка 10-15% от цены автомобиля. Чтобы его собрать, покрасить и обкатать, нужно еще 5-10%, то есть действительно производство машины занимает всего лишь 20% от ее общей цены. Стоимость научных исследований и разработок тоже примерно 20%. Например, разработка абсолютно новой легковой модели от эскиза до серийного автомобиля стоит сегодня $1 миллиард. Если это внедорожник – 2 миллиарда. Действительно, это огромные деньги и титанический труд множества специалистов. Потом начинаются инженерные проекты и предсерийные образцы, продувка в аэродинамической трубе, скоростные испытания и так далее. Ведь уровень конкуренции в автомобильной индустрии чрезвычайно высок. И если вы отстали технологически, вы потеряли свой рынок. Если кузов и салон не привлекательны, то такой автомобиль не будут покупать. Как известно, красота – страшная сила. Поэтому существует целая индустрия, на которую тратятся миллиарды долларов. И названия таких признанных во всем мире дизайнерских ателье, как Pininfarina, Zagato, Ital Design, Bertone, сладкой музыкой звучат не только для ушей автолюбителя, но и любого образованного современного человека. Транспорт будущего представляет для разработчиков дополнительные возможности в области дизайна, а также ставит перед ними новые нестандартные задачи. Сегодня подобное происходит в области создания пассажирских дронов, систем персонального автоматического транспорта, поездов, перемещающихся в вакуумной трубе, и струнного транспорта Skyway, в котором изменение подхода к организации пространства – определяющий момент. Разумеется, что основные критерии в дизайне Skyway те же, что и у создателей традиционных транспортных средств. Удобство его эксплуатации и обслуживания, а также эстетика. Он должен сообщать потребителю о философии миссии, сопровождающих технологию, таких как, например, содействие в обеспечении устойчивого развития, что означает сведение к минимуму затрат энергии и объема производимых транспортом загрязнений. Помимо этого, важно подчеркнуть дружелюбие и максимальную безопасность предлагаемой транспортной услуги. Этими требованиями продиктована форма образования и графическая составляющая при разработке подвижного состава. Избранный вектор – максимальное приближение форм к естественно-природным. Машины Skyway в очертаниях стремятся даже превзойти считающуюся совершенной форму капли. Создавая дизайн от идеи эскиза до действующей модели, разработчики проходят путь поиска, проработки на всех стадиях создания объекта. Затем отсекается все лишнее, сглаживаются шероховатости, достигается отточенность. Благодаря этому машина становится близка к эстетическому и физическому совершенству, что подтверждается высокими аэродинамическими показателями. В 16 раз лучше, чем у одного из самых дорогих автомобилей мира – Bugatti Veyron. Далее для максимально быстрого создания и вывода продукта на рынок специалисты используют средства ранней валидации путем создания макетов, чтобы исключить потери ресурсов при последующей доработке. А материалы отделки тщательно отбираются для обеспечения безопасности пассажиров и достижения максимальной привлекательности транспортной услуги.
Амбиции разработчиков состоят в том, чтобы сделать струнный транспорт Skyway наиболее эффективным и экологически безвредным из всех когда-либо существовавших. Подобная цель задает высокие требования и в области дизайна, так как, по меткому выражению авиаконструктора Туполева, хорошо летают только красивые самолеты.